на пароме дорожный. Загнали 5 машин. Время 14:04 местного. Вот, можно сказать, сзади остается материал. Маленько пройдемся паузами. Посмотрим. Ему не угадать. Отправляемся на остров. Так, я сказал, время уже 14:04 местного. И сколько будем в пути. Там посмотреть можно окрестности. Еще раз озеро Дорожник. Интересно, можно ли подняться в кабину туда, где это, и будет еще. Ну, я не рискну. Вроде и так интересно. Так, вроде в описании, что это переправа через Малое море или залив. Малое море. Вот это, наверное, Малые Врата. Ну, надеюсь, экскурсии нам расскажут и прочее. Там вдалеке еще что-то. То ли порт, то ли что-то. Ну, вот такие небольшие, можно сказать, волны. Да, красота, что ж сказать. Хоть и осень, но есть свои прелести.